Food is love. Share your heart.谢谢，来。好，其实我们今天请来阿蒙老师，其实也是想告诉所有的粉丝朋友们啊，节目组很用心，想要把每一位来的艺人和嘉宾都照顾好，也希望你们在就是自己照顾迪玛切同时，也把你们自己照顾好。你们的心愿每一个我们都会努力的去接受，然后也希望你们多多支持我们的节目，给我们提供更好的意见和建议。谢谢所有在场和在线的网友们和观众还有粉丝们，谢谢你们，谢谢。那我看小迪出了特别多的汗，然后我们可不可以让他稍微休息一下，喝一口水，我们现场也稍微的休息一下，可以吗？他一手出汗，好不好？我们稍微休息一下，绝对不耽误，马上回来，好吗？谢谢你们，谢谢，谢谢，也辛苦我们的按摩小哥哥了，好不好？谢谢，谢谢 ，Thank you， 谢谢。谢谢谢谢，因为在播这次我问了一句，看你们就像看到我兄弟一样。大兄弟，你跟谁去？跟戴维老师。嗯。你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈，你妈。
拜拜，拜拜。Көркенін ғашық болдым өзіңе Еркелеген балдай тәтті сөзіңе Қылығымен баурап алдың жанымды Қарай бердім нұрға толы жүзіңе
不敢抬头看，仿佛我的天空失去了颜色。从那一天起，我忘记了呼吸。原来啊，永远不再不再哭泣，我们的爱我就不再回来，直到现在我还默默的等待。我们的爱我明白，你变成你的负担，只是永远Дорогие друзья и гости моего канала, всем привет! Трогательное видео на канале «Концерт Казань» 20 февраля 2020 года набрало 1 280 000 просмотров. Кто эта очаровательная девочка, которая от радости не смогла сдержать эмоций? Вы узнаете в этом видео. Я нашла эту девочку благодаря Димаш Татарстандирс, которые опубликовали историю. Лиза, Елизавета, так зовут нашу маленькую татарскую Дирс, живет в Казани. Ей сейчас 8 лет. С самого детства Лиза поет. С 5 лет она посещала музыкальную студию, а с 7 лет учится в музыкальной школе на вокальном отделении и уже лауреат многочисленных конкурсов. Димаша узнала и полюбила год назад, после того, как услышала песню «СОС». С тех пор постоянно смотрит на ютубе его концерты и учит песни. Лиза мечтала сфотографироваться с Димашем. И тут случилось чудо. «Моя маленькая дочка на сцене», — говорит мама. Это было волшебно и незабываемо. Эмоции через край, слезы радости и счастья переполняли маленькое сердечко. Sound good.
director 导演。We hope this sounds music video. Yes. Yes. Oh, yes.直接下去吧 ，Go Go Go Go！ 我知道，我真受不了了。你去吧，你不需要帮我看吧，我真受不了了。别管你大爷！我要比他先，你快滚吧！你跟他去吧，你跟他去吧。Thank you.
Thank you.